Привет, друзья! Сегодня мой с вами канал «Я и мой хвост», я его автор и ведущий Олег. Сегодня я вам покажу одно из наиболее совершенных упражнений, которое поможет решить вам 80% поведенческих моментов, которые возникают у вас с вашими животными. То есть, если вот недостаточная физическая нагрузка, которая происходит с вашим животным, вот как раз вот и создает все вот эти вот проблемные моменты, что касается взаимоотношений между вами и вашей собакой. И для того, чтобы решить это, вы мало времени уделяете выгулу своему животному. То есть вы выходите, собака у вас как только опорожнилась, делала свои дела, вы сразу же возвращаетесь назад, чего делать не стоит. Ну, поверьте мне, действительно, собака, а тем более, например, когда вы берете домой такие породы, как хаски, например, лайку, да, там каких-то легавые, борзые породы, охотничьи собаки, то здесь нагрузка физическая должна быть, ну, достаточно сильная. Это 15 минут в день, которые вы уделяете прогулке собаки, это ни о чем. И вот для того, чтобы увеличить эту нагрузку, то одно из наиболее самых лучших упражнений, даже зимой, я вам сейчас покажу. Тем более, тут это касается и вашего здоровья. Акбар! С вами был канал «Я и мой хвост», я его автор и ведущий Олег. Друзья, заслужите доверие, заслужите уважение, и у вас все получится. Спасибо.